Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Сегодня хочу с вами поделиться совершенно простой практикой на улучшение своей жизни и привлечение достатка. Данную практику делаем в любое время, при любой луне. Разницы нет никакой. И она настолько легкая, что ее может сделать каждый человек. Мы с вами будем использовать воду. Итак, как вода привлечет деньги и достаток? Все очень легко и просто. Вам всего лишь навсего нужно налить немного воды в стакан, туда добавить чуть-чуть щепотку соли. Соль будет нейтрализовать весь негатив, который накопился в вашей жизни. Далее вы подходите к своей входной двери и просто этой водой на своей двери рисуете символ бесконечности. И не важно, что не будет видно. Несколько раз просто водой нарисовали символ бесконечности. И когда будете рисовать, то скажите такие слова. Водой двери заряжаю, деньги в дом привлекаю. Восьмерка мне помогает, достаток мой оберегает. Да будет так. Вот сказали три раза, нарисовали свою восьмерку и все. Вода, которая у вас осталась, ее можно просто вылить в окошко, либо в раковину. И на это все. Самое главное, данную практику мы выполняем в хорошем настроении и с удовольствием. Повторять ее можно часто. Это легкая совершенно практика, которая будет привлекать ваш дом, деньги, достаток и оберегать ваш достаток.